общем, что я хочу тебе сказать? Эти мужчины не понимают в моде ничего. А делая велосипед, и чем он начал делать? Начал ржать. А что вообще происходит? Подожди, подожди, мне нужно порепетировать, понимаешь? Просто у меня на носу 3 чемпионата, и мне нужно все успеть подготовиться, времени вообще нет. Смотри, по бровям, по макияжу, плюс еще вот фейс-чарт, я вот постоянно учусь его рисовать, чтобы выиграть. Да, зайчик, сейчас все покажу, смотри. Зачем тебе это? Ты столько сил тратишь. Я хочу выиграть. Смотри, в рамках Ukraine Beauty Show будет аж 4 чемпионата, я буду участвовать в 3. Смотри, по моделированию, окрашиванию бровей, по макияжу в стиле Голливуд и по фейс-чарту. И наконец-то получу медаль. А еще самое главное, что тут призовой фонд 200 тысяч гривен. Смотри, написано 200 тысяч. Ты понимаешь, сколько косметики можно купить? Это так классно. А могут только профессионалы участвовать или когда? А я тоже могу. Слушай, это вообще для всех, кто просто любит бьюти-индустрию. Серьезно? Да. Я хочу билет. Давай. А ну подожди, блогерский форум. Как привлечь больше 200 тысяч подписчиков? Welcome drinks, снеки, фотозоны. Все как ты любишь. А ты смотри, вот еще блогеры, которые будут. Я их всех знаю. Так это же Ежова, Гармаш, Золоташка. А я тебе о чем? Смотри, тут есть 2 билета. Билет стандарт и билет VIP. Но ты же у нас бьюти-блогер, поэтому лучше тебе билет VIP. Потому что у тебя будет возможность на специальный вход. Закрытый форум для блогеров. Ага, интересно. Да. Слушай, а онлайн можно купить, чтобы суетиться? Конечно, я сама тут все регистрировалась. Ну все, тогда я покупаю. Да, давай. Так, купить.